Сегодня временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций России Алексеем Волиным. На рабочей встрече Михаил Игнатьев и Алексей Волин обсуждали перспективы перевода телевизионного сигнала на цифровую платформу, а также вопросы комплектования республиканского видеоархива. Поговорили о будущем региональных газет и журналов. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций отметил, что в республике в ближайшее время может появиться медиахолдинг печатных СМИ. За счет создания холдингов сразу же возникала экономия по бумаге, по верстке, по распространению, и возникали дополнительные рекламные возможности. Есть издания, которые пользуются реальным спросом. До 45% населения подписываются на них. Есть газеты, которые спросом, честно говоря, не пользуются. Объем их подписчиков составляет не более 10%. За счет первых, которые успешны, Чувашу удалось оказаться на очень неплохих позициях в России с точки зрения подписки на второе полугодие 2015 года. Обсудили на встречу и проблему сокращения сети киосков. Михаил Игнатьев отметил, что этот вопрос находится на контроле городских властей. Есть регионы, где сделали для этих киосков нулевые ставки по земельному налогу или по аренде этих земельных участков. Надо нам посчитать для того, чтобы комплексно оценивая за и против, принимать пользу читателей, потому что когда на стоимость аренда или налог данного земельного участка влияет существенно, то любое издание будет дорогое. А чтобы этого не было, нам надо со своей стороны посмотреть. Ибо информационные технологии развиваются, интернетом люди пользуются, но ветераны и молодые люди начинают читать. Тем более год литературы на сегодняшний день мы должны дополнительные стимулирующие меры принять.